Президент Касым Жомарт Токаев подписал указ о назначении 5 июня республиканского референдума по проекту изменений и дополнений в Конституцию страны. Предстоящая конституционная реформа – важный шаг в реализации президентской программы политических реформ. В этой связи проводится активная работа по разъяснению поправок. Председатель правления агентства «Хабар» Берик Уали на встрече с коллективом IT-лицея рассказал, какие изменения могут быть внесены в Конституцию страны. Член республиканского штаба Берик Уали посетил IT-школу, где он подробно дал разъяснение касательно предстоящего республиканского референдума педагогам школы-интерната и призвал принять активное участие в референдуме 5 июня по поправкам главный закон страны. Вы сами знаете, что на 5 июня назначен всенародный референдум. Это большое важное политическое событие по построению нового Казахстана. Перед этим событием проводится разъяснительная работа. Стоит признать, что все еще есть люди, путающие понятия выборы и референдум. Поэтому в целях разъяснения процесса и его важности был сформирован республиканский штаб партии. И его члены проводят встречи с населением, призывают участвовать в референдуме. Отличительная особенность референдума в том, что президент сам инициировал переход от суперпрезидентской формы управления и в связи с этим передает свои полномочия. Всего планируется внесение 33 поправок в действующую Конституцию Республики Казахстан. В частности, это сокращение количества сторонников для регистрации политической партии до 5000 человек, создание Конституционного суда, а также отмене смертной казни в стране и другие. Для построения нового Казахстана мы всем коллективом нашего лицея поддерживаем поправки в главный закон страны. В этой связи проводится разъяснительная работа. И сегодня с этой миссией нас посетил председатель правления агентства «Хабар» Берик Уали. Для развития страны в правильном направлении призываю всех сделать правильный выбор – участвовать в референдуме. Напомним, глава государства Касым Жомарт Токаев постановил провести республиканский референдум 5 июня этого года со следующей формулировкой: принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан? Алтын Шангараева, Галымжан Исимбаев, Жамбыл Ньюс.